Как уберечь своих детей от наркотиков и как понять, что без помощи специалиста не обойтись? Опасные симптомы и верные признаки. Все, что нужно знать о запрещенных веществах родителям и тем, кто потенциально может оказаться в группе риска. Об этом сегодня в программе «Вечерний разговор» Самарского губернского радио. Начало 18:10. Гость в студии, замначальника управления ФСКН по Самарской области Николай Михайлович Беседин. Телефон прямого эфира 205-78-98, код Самары 846. Звоните и задавайте свои вопросы. Престарелые